Дорогие друзья, приветствую вас на канале Open Dive. И в данном видео мы расскажем вам о маске для подводного плавания, а также снорклинга производства компании Oceanic Shadow. Данная маска выпускается в двух размерах, предназначена как для крупных и средних лиц, так и для юных пловцов и девушек. Мини-версия. Стоит отметить, что данная маска выполняется в моностекольном варианте по технологии Frameless, где отсутствует пластиковая рамка. Благодаря этому у этой маски достаточно высокий обзор, а также крепление пряжки высоконадежное и защищено от разрушения. Обтюратор маски выполнен из гипоаллергенного силикона. Он достаточно мягкий и комфортно ложится на лицо. Также оголовник выполнен из стропы. Это тканный материал и центральная вставка из неопрена. Данная технология позволяет увеличить срок службы самого ремешка, а также повысить комфорт надевания под водой одной рукой. Спасибо за внимание и до скорых встреч!